Всем привет, дорогие друзья! Это программа ДВР, диван вопросов от родителей. Да, на диван нам не выделили бюджет, но зато у нас есть Таисия. Таисия, привет! Привет! Таисия, чуть-чуть расскажи о себе, я могу себя представить, но лучше, я думаю, расскажешь о себе только ты. Меня зовут Таисия, мне 25 лет, да, скоро будет 26. Я хожу в церковь «Миссия Благая Весть». Ну, собственно, так. Супер, да. Расскажи чуть-чуть. Мы будем двигаться в программе. Я думаю, что легче нам будет сначала от твоего детства до того состояния, где ты сейчас есть, почему ты сейчас есть. Мы до программы с тобой чуть-чуть поговорили. Расскажи мне, пожалуйста, вот эту вот историю про как ваша семья уверовала вообще, что это за время, почему так случилось? На самом деле, это очень классная история. Началось это в моем детстве, мне было лет 5, наверное, когда моя бабушка, она опекун моей мамы, то есть не родная бабушка, мама моя осталась в раннем возрасте сиротой, и вот бабушка была ее опекуном на протяжении всей жизни. И у нас был не очень простой период в жизни, в нашей семье, да, конкретно в семье. И вот мне было 5 лет, моему брату было 8 лет, и бабушка нас позвала однажды в церковь, потому что сказала, что только там можно найти утешение. А бабушка до этого была верующей? Да, бабушка уже уверовала до этого. Именно протестант? Протестантскую церковь, mm-hmm. Именно, да. Я из маленького города Улан-Удэ, это Сибирь, рядом с Байкалом. Вот. И она нас привела однажды в церковь. Я помню, как это было, да, я помню свои ощущения. Что это было? Расскажи чуть-чуть. Ну, на самом деле, наверное, когда я пришла именно вот в церковь первый раз, я помню этот день, ну, то есть довольно-таки 5 лет уже сознательный возраст, но не помню свои ощущения. Встреча с Богом у меня произошла, наверное, через некоторое время после того раза, как мы пришли в церковь. То есть потом все-таки мы не стали, ну, там, каждое воскресенье посещать богослужение и так далее. Но зерно, как говорится, уже посеялось. Вот ты сказала, встреча с Богом у тебя произошла. Это вот в том же возрасте, в 5 лет, да. Правильно? Не в 5 лет, а, ну, чуть попозже. Mm-hmm. Я думаю, может быть, мне лет 6 было, но я очень точно помню этот день. Расскажи чуть-чуть про этот момент. Я очень люблю, как бы, слушать. Да, это классная история была. Она такая детская, такая, ну, примитивная, но она очень... Классная. Короче, мне было 5 лет, ну, может быть, 6, не знаю. Мы шли с мамой, были сложные времена, 2000 год, мне очень хотелось шоколадку. Очень хотелось. Я говорю, мама, купи мне шоколадку. Мама мне говорит, Тася, у меня нет денег, но есть Бог, который любит детей очень сильно. Попроси у него, и он тебе обязательно даст. Я, ну, она говорит, попроси только искренне, вот от всего сердца. И я говорю, ну, хорошо, ладно, давай проверим, ну что, дети же во все верят. И я прям просила, говорю, боженька, ну, я так хочу шоколадку, пожалуйста. И на следующее утро у моей мамы была подруга, которая приезжала к нам крайне редко, просто крайне редко, но она нас очень любила с братом. И рано утром на следующий день приезжает эта подруга просто с огромным пакетом разных вкусностей. Wow. И вот именно в тот день я поняла, что Бог услышал мою молитву, Он действительно любит меня. И с того дня я вот всегда ходила и знала, что есть кто-то, кто постоянно смотрит на меня и любит меня. Ты это знала, но как я знаю, что ты на какое-то время отошла от Бога? Или как? Ну вот ощущение, что Бог всегда живет внутри меня, оно было с самого раннего детства. То есть никаких плохих поступков в моей жизни как таковых не было. Ну, конечно, были, но такого, что прям перегос. Совсем что-то, да, жесткое, такого не было. Ну, то есть я всегда знала, что во мне что-то есть, ну, любовь живет во мне. Но я не понимала еще до конца, что это. Вот. Мои родители, моя мама, да, вот в частности, она не ходила в церковь. Вот. Но я, когда переехала в Санкт-Петербург, опять-таки моя бабушка снова вмешалась в этот процесс. Она за нас все эти годы молилась, они сейчас живут на Украине, далеко от нас. Она все эти годы молилась и продолжает молиться по сей день, да, за нашу семью. И когда я приехала в Санкт-Петербург, она мне сказала, что Тася,
все, хватит. Вот есть Невский 100, есть церковь, я там в ней была, она классная, я знала пастора Дмитрия Дмитриевича Шатрова. Сходи туда обязательно. Ну и я, наверное, год шла туда. Ну, то есть мне было сложно преодолеть, потому что я жила довольно-таки мирской жизнью. В чем проявлялась вот эта вот твоя мирская жизнь, как ты говоришь? Ну, во-первых, самое главное, что я не жила по принципам Божьим. После того, как я уже приняла, ну, уже все точное решение, что я иду только по путям Божьим, да, я, конечно, очень многие моменты из своей жизни удалила. Вот. Ну и не то, что я это сделала там через боль, через какие-то там терзания. Ну, для меня это довольно-таки легко удалось, потому что я знаю, для чего я это делаю. Вот. Вау, сильно. Ты очень круто сказала. А какие у тебя были преодоления? Часто ли были сомнения, может быть, в вере? Сомневалась ли ты? Да, меня вот, очень долго... Наверное, с того момента, как ты в 21 год, да, ты полностью поверила, приняла... Как часто приходили вот эти искушения? Они приходили очень часто, ну вот особенно вот в первые, да, года. Меня очень сильно шатало, мне хотелось то уходить, то приходить, то мне хотелось закрыться от всех, то мне хотелось приходить обратно в церковь. Когда я приходила в церковь, я первые 3 года я не знала ни одного человека в церкви. Я приходила, садилась на самый задний ряд, и я очищалась от всего груза, который накопился за всю мою жизнь. А почему так? Ты в целом такой человек? Ну, или... я чувствовала, что я как будто бы... Ну, мне казалось, что в церкви все такие идеальны, а я такая вообще пришла тут. Все во мне не идеально, все во мне плохо. Вот, и поэтому мне было сложно... Ну, то есть я пока очищалась от этого, от всего, я, ну, исключала... Мне не хотелось совершенно общения, вот, с ребятами. Но потом, когда Бог обновил мое мышление, помог мне преодолеть, да, все эти терзания душевные, ну вот было это 3 года, то есть меня постоянно вот, ну, шатало, да, в разные стороны. На самом деле меня это очень выматывало и пугало, но я точно знала, что я достигну того пути, когда меня перестанет шатать. И отчет этого времени начался, наверное, после того, как я водное крещение приняла. Это было 25 июня 2017 года, и в этот же день у моей бабушки был юбилей 75 лет. Wow. И она приехала в Питер, и совершенно чудесным образом постоянно водное крещение переносили по времени. И она приезжает вот в свой юбилей сюда, в Питер, ко мне в гости, и 25 июня, в ее день рождения, я принимаю водное крещение. Вот, для нее это был самый большой подарок и праздник. И вот с того дня все, моя жизнь просто действительно разделилась на до и после. То есть вот с того дня я уже... Ну, конечно, есть все равно моменты, когда тебя еще подшатывает. Расскажи про... Ты сказала, Бог обновил мой разум. Что ты имеешь в виду? Что за обновление разума? Вот, наверное, нас смотрят телезрители, которые не совсем даже понимают, что такое... Обновленное мышление, когда ты уже полностью доверяешь свою жизнь Богу. То есть до этого, даже с детства, наверное, мама мне всегда говорила: «Тася, надейся только на себя, никогда ни на кого не надейся». Ну и как бы в разум ребенка, да, особенно если это говорит родитель, конечно, такие вещи очень сильно укореняются. Вот. И самое главное, что было для меня, наверное, ну вот, обновление мышления – это довериться Богу. То есть перестать самой контролировать все, все процессы, все, что происходит в моей жизни, а просто сказать «все». Я дочь царя, я не хочу ничего решать, я просто принимаю. Вот. Это важно понимать для всех, для каждого из нас. Дорогой друг, если ты сейчас... То есть, вот можешь дать, наверное, совет, как вообще человеку, вот, может быть, на вот эту камеру, как ему обновить свой разум? Что для этого нужно сделать, что сделала ты? Ну, для этого нужно точно принять решение, что ты готов посвятить свою жизнь для Бога, что ты готов, несмотря ни на что, верить, несмотря на то, что в физическом мире, возможно, все вообще совершенно не соответствует тому, что там, возможно, тебе хотелось бы, да, видеть, но важно принять решение, что Отец всегда за тебя, и Он всегда во всех трудностях с тобой из-за тебя.
идет. А как, вот чуть-чуть расскажи про твое взаимодействие с Богом. Вот что это, ну, как бы это только молитва, и как ты ее, это ты читаешь псалмы или что? Ну, многие люди не знают, я не знаю, например, как ты это делаешь. Я тоже не знаю. Нет, ну что, отношения с Богом, ну, во-первых, это, ну, дух, да, дух, который во мне точно есть, и я слушаю его голос очень отчетливо, но раньше я не различала этот голос, сейчас я понимаю, что это именно дух говорит во мне, но это первое, да, второе, что... А как ты научилась вот сразу же по этому вопросу? Многие люди не знают, как отличить тот голос. Вот честно, не знаю. Я не знаю. Конечно, в моей жизни было и такое, что говорил не Бог, говорил и враг в моем сердце. Да, было и такое. Но это я только через время понимала, что это был не голос Божий. Ну вот не знаю, чувство, оно внутри всегда было, с самого детства оно какое-то было отчетливое. Я не знаю, как его как посоветовать его распознать. Просто оно есть и все. Вот, ну, первое, да, что это дух. Второе, я очень люблю начинать свой день с поклонения. Для меня это особое время, да, когда я, допустим, принимаю душ, я включаю прославление и просто молюсь, да, пою, прославляю Бога, и меня это очень заряжает на весь день. Ну, это такой очень важный момент, и сразу такой правильный настрой на весь день дается. Да, это второе. Классно. А когда сложно, ну, обычно это вечернее, даже ночное время суток, да, я предпочитаю чтение Библии. Ну, то есть принимать слово, откровение, задаю вопросы, получаю ответы, размышляю. Ну, вот как-то так. Есть у тебя любимое какое-то место Писания, на котором ты знаешь там? Нет. Нет, ну притчи, я люблю очень притчи, там очень много мудрости, мудрости житейской даже, наверное, такое можно сказать, что мы можем применять сейчас вот, ну, да, наверное. Даже сейчас на съемках программ, друзья, я попрошу тебя о двух вещах. Я часто прошу об этом гостей. Это дать... Мы даже чуть-чуть не раскрыли с тобой тему, сейчас это вне программы. Ага. Чуть-чуть поговорим совсем про твоих родителей и твои взаимоотношения с ними. Как сейчас они складываются и как они складывались тогда, вот с детства и как они сейчас. Я понимаю, с бабушкой у тебя очень хорошие отношения, да? Да, да, с бабушкой хорошие отношения, с мамой мы тоже в замечательных взаимоотношениях. Она всегда для меня была лучшим другом. Моя мама всегда отличалась особой мудростью, она никогда не ставила рамок, да, жестких, но в то же время очень мудро и... Ну, вот как-то так лояльно говорила, что, ну, как надо, как не надо. Вот, и за это я ей очень благодарна, потому что сейчас мама, исходя из того, как она ко мне относилась с самого детства, для меня лучший друг. Вау, а сейчас она верующая или... Мама сейчас у меня переехала в Санкт-Петербург, она ходит в церковь, она снова приняла молитву покаяния, но Бог работает с ней. Я понял. Ну, это уже хорошо. Еще один момент, который меня интересует. Бизнес. Ты сказал, что ты делаешь бизнес. Я знаю, что это связано с зоомагазином, правильно? Mm-hmm. Как ты как-то проявляешь, ну, я не знаю, служение? Как-то Бог в этом проявляется, может быть? Ну, чуть как-то давай попробуем связать Бога с бизнесом, служением. Ну, это все, что сейчас есть в бизнесе, везде это только Бог. Потому что и открыл, и вложил он в меня эту идею. Только он, когда я проходила пустыню, да, скажем так, в своей жизни, это было год назад, через месяц пустыни, скажем так, да, он сказал мне: «Тася, открывай зоомагазин». А я работала в логистике много лет, я вообще ни разу в торговле не была никогда в жизни, не понимаю, что делать. Я говорю: «Окей, а что, только любви к кошке достаточно, чтобы открыть зоомагазин?» Он сказал: «Делай все, что нужно от тебя, остальное все сделаю я». Вау. Вот, и таким образом все чудесно закрутилось, завертелось, и через месяц я уже запустила первый магазин, да, он был небольшой, он был, я сейчас смотрю, реально только на благодати я работала в этом магазине, был небольшой, там ассортимент был не такой, да, как сейчас уже, допустим.
Вот, и самое главное, что я поняла, что я хочу проявить именно... вот в тот момент, когда я открывала магазин, я чувствовала, что мое сердце было переполнено любовью. И как раз-таки основание для открытия этого магазина было, чтобы каждый человек, кто туда приходит, чтобы я могла ему частичку любви подарить. Wow. И даже, ну, как бы, когда уже стала набирать сотрудников, то есть самое главное, что я говорила, что мне хочется, чтобы посыл был именно вот доброты, потому что очень часто приходят люди в зоомагазин, чаще всего одинокие, и они очень нуждаются там в добром слове, даже в улыбке, в обычной искренней улыбке люди нуждаются. И вот по сей день к нам ходят до сих пор все те люди, которые ходят к нам с самого начала. Вау. И постоянный, да, клиент. Богу. Да. Это здорово. Да. Хотя у нас открылось вокруг очень много конкурентов, и мы до сих пор, ну, небольшие, у нас небольшой отдел, да, магазин, это громко сказано, вот. И все равно наш покупатель остался с нами. Ты большая молодец, ты вдохновение, это очень круто. Буквально вот два момента, которые хочу тебя попросить, это дать совет родителям и детям по взаимоотношению с друг другом. Что, как бы, может быть, тебе помогло с твоей мамой? Что может помочь тебе с твоими будущими или настоящими детьми? Будущими. Да, будущими. Настоящих, да, нету. Ну, первое, что я бы хотела посоветовать родителям, всегда принимайте своего ребенка таким, какой он есть, потому что он в первую очередь личность, да, и если вы будете к нему относиться не как к ребенку, а как к другу даже, да, наверное, то обязательно эти вложения, они в будущем вам пойдут на пользу, и вы удивитесь, насколько классно будут дети к вам относиться. Ну, это круто, когда ты для своего, когда твой родитель для тебя друг. Я думаю, что это, ну, очень дорогого стоит. Вот. И, наверное, посоветовала бы не ограничивать жесткими рамками, но как раз-таки вот именно с любовью, да, с принятием наставлять их. Наверное, так. Да. А второй вопрос какой был? А детям? А детям. Детям посоветовала бы, наверное... Ну вот я просто была всегда послушным ребенком, поэтому я не знаю, что посоветовать. Просто быть послушным ребенком. Что значит быть послушным? Хороший вопрос. Ну, дисциплинированным, наверное. Дисциплинированность во мне всегда была как-то от природы. Я ее никак не вырабатывала, просто она была и все. Дисциплинированность, организованность и ответственность за свою жизнь и за жизнь своего близкого. Спасибо тебе за честность, за открытость, за откровение. Друзья, если вы что-то получили за этот разговор для себя, обязательно напишите, чтобы мы могли Тасю поблагодарить. Большое вам спасибо за то, что смотрели. Мы с вами, Тася с вами, Бог с вами и я с вами. Пока! Пока!